Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня к вам сразу вопрос. А хотели бы вы получить мистический сертификат всего за две победы подряд? Ну или, допустим, забрать себе шестерку за две победы со знаком классности первой степени или что-то подобное? Так вот, друзья мои, сейчас, как вы знаете, в игре есть предложение на квесты. Один из квестов изначально первый раз является бесплатным, а дальше можно его докупать по 400 голды на Шкоду МТ-27. И там необходимо сделать знак классности первой степени за отведенные 10 минут. И многие игроки писали, что это нереально. Другие же писали по поводу того, что они этот квест прошли и забрали себе данную машину. Также есть квест, который изначально за голду, за 650 голды, можно попытаться забрать себе Е75 ТС, и для этого необходимо за отведенные 30 минут времени сделать целых 4 подряд победы на танках от 4 до 10 уровня. И согласитесь, этот квест, ну, в край сложный, и я лично даже не пытался его выполнить, и не только потому, что Е75 ТС у меня есть в коллекции, а просто потому, что понимаю, что это практически нереально. И та голда, которую я заплачу, она уйдет просто в никуда. Я всегда хотел, чтобы мой канал был таким себе мостом между вами, игроками и разработчиками. Я пытаюсь с разработчиками общаться, предлагаю какие-то свои идеи, но очень часто слышу по поводу того, что мы не совсем знаем, как, в принципе, игроки сами к этим предложениям отнесутся. И поэтому нам необходим какой-то фидбэк от наших игроков, ну и, соответственно, от твоих ГСН-зрителей по поводу того, а заходит ли им, в принципе, предложение, которое ты сам озвучиваешь от их лица. Но здесь я могу с разработчиками согласиться, и поэтому я хочу предложить каждому из вас пойти вместе со мной к разработчикам в переносном смысле этого слова и поддержите мои предложения, которые я уже озвучил разработчикам, и они только ждут вашей реакции. Итак, ребят, что я предложил разработчикам? Я предложил разработчикам немножечко усовершенствовать, улучшить, в чем-то облегчить, ну а в чем-то немножечко повысить в цене. Вот эти вот квесты, мне лично они очень понравились, и я выступил со следующим предложением. Я предложил разработчикам сделать следующее, чтобы квест, который изначально является один раз бесплатным, на него давалось на выполнение не 10 минут, а 8 минут. Ну и, соответственно, таким образом у игрока будет, по большому счету, возможность, ну, скорее всего, в одном лишь бою сыграть и попытаться сделать знак классности первой степени. При этом всем я предложил разработчикам, чтобы за 400 голды, когда вы квест уже себе покупаете, вы получали не 10 минут на выполнение, а 12 минут на выполнение, что дает, в принципе, возможность сыграть 2 или 3 боя, ну и, соответственно, увеличивает ваши шансы на получение знака классности первой степени в отведенное время. Следующая покупка, я предложил, чтобы была уже не 400 голды, а 800 золота, но при этом, ребят, в дальнейшем все покупки тоже по 800 голды и уже не 12, а 15 минут на выполнение квеста. Это что касается знаков классности и что касается конкретно квестов на восьмерку, именно тот, который начинается с бесплатного. Что же касается того квеста, который на количество побед подряд, то я предложил следующее. Я предложил уменьшить количество подряд полученных побед с 4 до 3 побед и при этом закономерно уменьшить время на выполнение данного квеста с 30 минут на 20 минут. Ну и действительно придется проявить свое мастерство и победить 3 раза подряд на танках с 4 по 10 уровень включительно за отведенные 20 минут для того, чтобы забрать себе восьмерку, но уже изначально покупая себе данный квестик и покупать его уже не за 650 голды, а хотя бы за 850. Ну, согласитесь, если ваши шансы растут, то, соответственно, вы должны, наверное, за это больше заплатить. Плюс к тому я предложил, чтобы данные квесты проходили не только на восьмерке, но и на нижнего уровня машины, а именно на шестерке и на семерке. Что я предложил? Я предложил, чтобы шестерку в квесте давали за две победы подряд за отведенные 10 минут. И данный квест изначально должен быть бесплатным, а потом стоимость должна быть в районе 150 или 200 голды за активацию квеста без повышения цены. Ну и на семерке я предложил, чтобы игроки делали два знака классности первой степени или выше за 15 минут. И точно так же первое получение квеста бесплатное, ну а следующее уже за, грубо говоря, там 200-250
голды. Вот такие вот предложения разработчикам озвучил, и если вы готовы их поддержать, то обязательно необходимо сделать следующее. Первое, написать слова поддержки в комментариях. Второе, прожать лайк данному видео. Если у вас есть отдельные предложения, то обязательно пишите их в комментариях, я их обязательно прочитаю, и если они стоящие, то обязательно озвучу их разработчикам. Друзья мои, не будьте в стороне в эволюции игры. Именно от вас зависит, какой игра будет в будущем. И поверьте мне, если большинство игроков будут склонны к определенным идеям и будут их поддерживать, то разработчикам, в принципе, не то чтобы деваться некуда будет, но так или иначе они должны будут учитывать мнение этого большинства. Поэтому, как я уже сказал, не стойте в стороне, ставьте лайк данному видео и пишите свои поддерживающие комментарии. Я побежал стараться специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.